I nonni cercano di farci capire qual è la strada per non soffrire. 28 октября мы отмечаем праздник бабушек и дедушек. И в этом году этот праздник особенно важен. Мы должны помнить наших предков, не должны терять наши родственные нити, связывающие поколения. Олеся и Женя вместе с флористами Лидией и Леной решили порадовать бабушек и дедушек красивыми букетами. Композицию составляли в вазе с губкой, прикрывая ее листьями папоротника. В середину поставили прекрасные гортензии и розы. Получилась цветочная композиция для бабушки и дедушки. Дети, подарив цветы, озарили день счастьем и благодарностью за ту любовь, которую дарят нам бабушки и дедушки, ничего не требуя взамен. Che i nostri bambini sono i nonni